22-летняя Лиза Пескова после нескольких лет жизни в Париже осваивается в Москве. Дочь пресс-секретаря президента России сдала свою первую сессию в МГИМО. Блондинка поделилась своими эмоциями после экзаменов. Девушка призналась, что всегда боялась проверки знаний в России. «Я уверена, многие согласились бы со мной, что сессия в России – это стресс. А те, кто учился и за границей, подтвердили бы, что перед экзаменами в Европе ты волнуешься, а в России просто паникуешь», – написала Елизавета в Инстаграм. Елизавета отметила, что очень боялась пересдачи, но ей пришлось отправиться на нее. «Сессию закрыла только вчера с двумя пятерками и одной пересдачей на четверку. Теперь постараюсь сделать все, чтобы эти противные злосчастные пересдачи обходили меня стороной», – резюмировала дочь Дмитрия Пескова. Лиза Пескова рассказала о примирении с Татьяной Навкой. Блондинка высказалась о французах. Она объявила о романе с мужчиной, старше ее на 10 лет.